У сьомому поколінні. Дієтолог. Автор понад 40 наукових статей, 50 опублікованих книг та брошур. Написав більше 1000 статей в газетах, журналах та інтернеті. Провів 150 відеолекцій в інтернеті. Пан Борисе, завжди приємно вас бачити у цій студії. Завжди ми з вами говоримо на такі актуальні проблеми. Сьогодні так само поговоримо про те, що нас незабаром чекає. Це Новий рік, новорічне застілля. Звичайно, ми могли б заплющити очі і сказати, що не буде жодного алкоголю на столах. Але це нереально. Він буде, і наша місія, думаю, що сьогодні з вами розказати, як правильно і пити, як правильно і закушувати, щоб потім почувати себе у доброму гуморі. Але перед тим я нагадаю усім глядачам про нашу телефонну лінію. Номер він працює, він незмінний, 490-11-34. Такий наш телефон, якщо у вас є власні запитання, телефонуйте, ми чекаємо. Пане Борисе, отже, я одразу буду починати по справі. Шампанське – це класика жанру. Шампанське одразу асоціюється із святами, із Новим роком. Ми почнемо його пити одразу після того, як б'ють куранти, 12 годин. Все, випили. Ваша думка, шкідливо, не шкідливо, як правильно пити, чим закушувати? Ну, в принципі, можна випити, але потрібно вибрати либо полусухое, либо сухое, либо брют. Ні в коєму випадку не стоїть починати десертне, либо полусладкое, либо сладкое. Этого нельзя делать. А знову ж таки, класика жанру, найчастіше беруть найбільш популярніше шампанське, так думаю, що напівсолодке саме. Оно одно із самых дешевых, потому что оно в процессе брожения появляется раньше. Позже всех появляется брют, поэтому он и дороже. Но как только человек употребил полусладкое или сладкое шампанское, он после этого не имеет права ни салатики есть, ни мясо, ни рыбу. У него остается единственное, чем отмечать Новый год, это десертами. Это фрукты, это какие-то пирожные. То есть, а почему вот, так? Потому что сладость, как только попадает в пищеварительную систему, она нарушает переварение. И человек выпил шампанское, что он будет закусывать? Он попробует съесть что-то потяжелее. Съел салатик. Сладкая жидкость в виде шампанского быстро покидает желудок. Салатик пошел следом, не переварился, вздутие живота, урчание. И те, у кого есть гипертоническая болезнь, веитосуистодистония, атеросклероз сосудов, они уже чувствуют себя неважно. Пане Через несколько ну, часов. Не отбирайте у нас наше классическое задоволение. Пожалуйста, сухое было, сухое брюд, есть. І трішки салатику олів'є. Ну це ж класика. Ну як без цього святкувати Новий рік? Пожалійте моїх колег гастроентерологів і хірургів. Потому что такая комбинация, она, ну, для пищеварительной системы, это просто как красная тряпка для быка. Потому что сладкие виды вин, они плохо перевариваются, и с них начинать ни в коем случае не стоит. Салат, там намешано все. Там и жиров полно, там и растительная пища, и животные белки. То есть для пищеварительной системы это испытание. Это, знаете, такой отсев. Кто до утра, вернее, утром будет продолжать праздновать уже в хирургии, либо в лучшем случае в гастроэнтерологии. Потому что острый панкреатит, вернее, обострение хронического. После салата оливье это легко и просто. Те, кто уверены в своей пищеварительной системе, в принципе, могут. Но тут возникает другой вопрос. Потом же начинается после праздников, люди смотрят, ага, праздники прошли удачно, плюс 5-6 и более килограмм есть. И салат оливье как раз помогает вместе с алкогольными напитками вот эту функцию выполнить. Чтобы потом было, что делать в косметологических салонах, там, ну и опять-таки те же гипертоники, они от избыточного веса начинают страдать, потому что объем ткани увеличен. Давайте еще раз повертатися до шампанского. Робимо маленький висновок щодо цього напою, який можна пити, повторіть ще раз. Сухое, так. Полусухое, брют. И только в этом виде, потому что есть кулибины, которые считают, что тут градусов мало, и добавляют сюда водочку. Это называется, по-моему, северное сияние, такой коктейль, если я не ошибаюсь. Очень жестко бьет по нервной системе, потому что быстрое всасывание. Вот газированные напитки, они достаточно быстро всасываются, и с водочкой это еще быстрее. А пьем-то мы не залпом. Пойдите, выпейте бокал шампанского, когда он правильно наполнен, этот бокал, когда не просто мы налили, и там вот столько пены. А знаете, так бочком наливаешь, и все пузырьки там пьешь, получаешь наслаждение, и тяжелый напиток получает еще по нервной системе. Потому что шампанское – это здорово, но у нас неправильно называют процесс. У нас все закусывают. А реально для здоровья нужно запивать.
Нужно вначале перекусить и перекусить правильно. То есть на голодный шлунок шампанское пить категорично заборонено. Это сильный стимулятор секреции желудочного сока и сока поджелудочной железы. И тут вопрос, опять-таки, выдержит ли желудок и поджелудочные. То есть начинаем с застилья мы из правильной ежи, конечно, яку мы запиваем. Да, да. И правильная еда – это не сливочное масло, как многие считают. Это не сметанка. Это не салатик. Они не удержат алкоголь в желудке. Потому что когда говорят, вот, съел сливочное масло, оно желудок обволакивает, создается мешок, и алкоголь в кровь не попадает. Возьмите в руку сливочное масло. Оно у вас тут растает. В желудке еще теплее. То есть, чтобы там создать мешок, это нужно не знаю сколько того, наверное, килограмма два съесть масла, чтобы оно полностью заполнило всю полость желудка. И только после этого можно туда вливать. Когда человек съедает небольшой кусочек, в жирах любой алкоголь великолепно растворим, быстро всасывается в кровь, и тут человек вместо предупреждения, скажем так, быстрого опьянения, как раз получает все с точностью до наоборот. А что ж таке з'їсти перед шампанським, перед тим, як годинник заб'є 12 годин? Профессор Преображенский в «Собачьем сердце» дал великолепный рецепт. Горячее. Угу. То есть то, что обычно за столом появляется часа через два. А может быть через час, но не раньше. То есть кусок мяса, кусок рыбы, кусок птицы, то есть пористый белок, съели там, ну, грамм 100-150. Это решит сразу несколько проблем. Во-первых, водка или там шампанское, попадая в такую среду, связывается с белками. Мясо переваривается 5-6 часов, рыба 3-4 часа. И это время спирт будет постепенно всасываться в кровь, неважно из какого напитка. И не будет жесткого удара ни по печени, потому что жалко очень ее, ни по мозгу. То есть тоже очень жалко. Лише почалися новорічні свята, і вже шкода починку. Це конечно, правильно. Праздник-то сьогодні у нас, пардон, Рождество, а у нас же как? Рождество. Починка ще буде потрібна. Один Новий год, потом Рождество по старому стилю, старий Новий год, потом ще там Крещення. Починка. І у нас так на місяць где-то хорошо праздник. Як вам бульбашки у шампанському? Дуже багато людей намагаються їх розкламбоцити, щоб бульбашки вийшли, і начебто таким чином шампанське буде менш шкідливим для здоров'я. Смотрите, не имеет смысла, почему? Там углекислый газ. Углекислый газ, да, раздражая стенку желудка, вызывает секрецию желудочного сока. И по большому счету улучшает переваривание пищи. Алкоголь делает то же самое. Если мы пьем газированную воду, то есть мы убрали газ и пьем просто воду, она на секрецию желудочного сока мало влияет, поэтому тут язвенники, люди с гастритами, там, с гастродуоденитами, они вне зоны. Они, им хорошо, у них желудок не раздражается. Углекислый газ из газированных напитков или углекислый газ и алкоголь вместе из шампанского делают то же самое. То есть они по большому счету на пустой желудок человеку с гастритом в анамнезе, у которого он понимает, что желудок не самый устойчивый. Гастрит, в принципе, есть у всех. Но одни с ним ходят и нормально себя чувствуют, а другие два раза в год, а может быть и чаще. Кому б ви категорично на цей новий рік заборонили пити шампанське? Людям з якими проблемами? Смотрите, первично это состояние желудка. То есть, если нет обострения, если желудок в хорошем состоянии, можно. Если человек чувствует, что он где-то там погрешил по еде и почувствовал боль в желудке, да, вот тут лучше не стоит. Вот. Люди с панкреатитом, то же самое. Они, алкоголь и углекислый газ, они стимулируют секрецию желудочного сока, потом поджелудочное, потом параллельно вместе с поджелудочной желчный пузырь. И вот здесь вот гастриты, дуодениты, язвенная болезнь, панкреатит, ну, дискинезия желчного с желчекаменной болезнью. Такая вот, перспектива. Вот эти все с этими диагнозами нужно аккуратно. И поэтому вот когда начинается, человек долго не ел, желудок стоит, ждет. Человек же понимает, что там же будет застолье, там будет разнообразие. Терпит. Поджелудочный сок держит. Желчь в желчном пузыре, у кого он есть, накапливается. И потом отмашка. Хлоп. И все. И вот тут вот вопрос в чем? Ну, выдержит система, удержит, ну хорошо, человека за столом. Если не удержит, ну тогда через карету скорой помощи поехал лечиться. Сколько безопасно выпить шампанского на Новый рік? Смотрите, тут зависит от того, как это делается. То есть, если человек просто пьет шампанское и какие-то десертные варианты закусок, то тут много не выпьешь, потому что быстро всасывается в кровь и быстро идет опьянение. Некоторые считают, что это хорошо, я считаю, что это плохо. Почему? Потому что элементы опьянения, это уже пострадал мозг, и здесь ну, нужно знать чувство меры. Вот. Если человек съел перед этим, вот, загрузил в желудок кусок мяса или рыбы,
он может потенциально выпить больше, с большей пользой для своего здоровья. Или с меньшим вредом. Тут уже кто как. Кто пессимист, тот с большей пользой. Кто, вернее, оптимист, а кто пессимист, так с меньшим вредом. Ви знаєте, така ситуація, до речі, неоднозначна. Дуже багато глядачів намагалися нарікати, що от ви програма про медицину, про здоров'я, а говорите в своїх ефірах про алкоголь. Але я думаю, навпаки, ми ж рекомендуємо і кажемо, як правильно це робити, з найменшою шкодою для здоров'я. Ми могли б прикинутися, знаєте, маленькими дітьми, закрити очі, сказати, що ні, жодного алкоголю не буде, ми самі не п'ємо. Ні, ми до цього прийти можемо. Якщо глобальне потепління приведе до того, що на Новий год тут буде плюс 30-40 градусів. Так. Тогда да, тогда действительно. Или рак на горе свистнет. Тогда люди сами откажутся, потому что те, кто будут в этих условиях употреблять алкогольные напитки, они перегреваться будут, у них будут проблемы с сердцем, сосудами, они просто будут исчезать из кадра. Останутся только те, кто не будет пить. Ну, я взагалі за те, чтобы говорить правду. Мы говорим правду, алкоголь есть, люди выпивают, и нам найголовніше навчити людину, как это делать правильно, с наименьшей шкодой для своего здоровья. Ошибиться можно один раз в жизни, всего. То есть есть разные диагнозы, которые позволяют ошибиться не больше одного раза. Цих помилок було найменше, ми і створюємо сьогодні цю програму. У нас є запитання, перепрошую, від нашого глядача. Будь ласка, 490-11-34, ми готові вас послухати. Алло. Добрий день. День добрий. Добрий день. Студію лікарів і ведуча з наступаючим вас Новим роком. І хочу запитати у лікаря, уважаємо. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, лікарю, що це таке? І дуже давно, я вже маю 60 років, а дуже давно, навіть мені було 30 років, якщо я вип'ю що-небудь, ну водочки, шампанського, чи там коньячок, я люблю коньячок випити чуть-чуть, у мене після того, як я вип'ю, дві маленькі стопочки, в мене пам'ять пропадає, доктор, я не пам'ятаю, як я пила і що це було. Ви не можете мені це відповісти? Я дуже хочу знати, добрий день, що я на вас вийшла. Дякую, я вам дякую за ваше запитання. Ну, это может влиять на вязкость крови, потому что так или иначе алкоголь, попадая в кровь, он увеличивает вязкость крови. И здесь возможны варианты. Просто у женщины, скорее всего, что, ну, судя по голосу, женщина, значит, женская печень, а женщина в возрасте печень слабее. Поэтому тут печень ее фильтрует кровь хуже, алкоголь проскакивает в кровь, и такие варианты могут быть. Вот. А вот с точки зрения влияния на здоровье человека, я напомню, как-то была передача, директор института геронтологии, мы с ним обсуждали ту же, ну, тему долголетия, и один из вопросов был, телезрители задали, вот как отношение к алкоголю. И я, ну, высказал свое мнение, там есть куча положительных моментов, которые нужно правильно использовать, чтобы не сделать их отрицательными. А он дал статистику великолепную, что те, кто не пили, вернее, пили много, вот мы как раз учим пить правильно, чтобы люди не перепивали, не страдали. Вот те статистически умирают раньше. Те, кто не пили вовсе, есть определенные причины вот, для этого. И люди, которые полностью отказались от алкоголя, они жили дольше. А дольше всех жили те, кто разумно к этому относились. Если мы посмотрим людей в возрасте, которых спрашивают, вот как, вот, обычно говорят, работал, но не перетруждаясь умеренно, кушал тоже, и алкоголь понемножечку употреблял. А он и аперитив, то есть улучшает переваривание пищи. С возрастом пищеварительная система постепенно, ее возможности снижаются, пища переваривается хуже, и работать организму практически не на чем. Я абсолютно с вами погожусь, наиболее все робити из розуму. Конечно. Плюс он растворяет холестерин, не дает ему откладываться на стенках сосудов. А если мы посмотрим статистику, 2/3 смертей кардиологические. Абсолютно правильно. Тобто не видержали десь сосуди, інфаркт, інсульт, і чоловіка ні. Ви знаєте, ще що людей турбує, дуже часто люди жаліються, що от сидиш за святковим застіллям, потрошку випиваєш, скажімо, те саме шампанське, і начебто ти не сп'янів, але коли встаєш, встати вже не можеш. Ваші поради, коли вже треба зупинитися? Ну, останавливаться нужно тогда, когда человек уже чувствует опьянение. Вот ощущение, что изменилось состояние организма, это уже говорит о том, что в принципе, ну и мы же видим, сколько выпил человек. То есть он сам может контролировать, видит, кому там 50 грамм, вот как женщине, может быть, это уже и предельная для него доза, а кому, может, по весу там и 100-150, это будет нормально. Но тут человек должен сам контролировать и стараться не портить салаты, потому что многие начинают 200, 300, 400, 500, потом хлоп, салат попал, потом рассказывают тебе, что ты делал за этим столом, а зачем ты пил, зачем ты был за столом. Люди сидят, общаются, ну а ты взял, выпал из коллектива.
Вот. От тобі Новий рік. Поэтому, будь ласка, ще запитання 490-11-34. Ми раді вас слухати. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Алло. Раді вас чути. Ваше запитання. Скажіть, будь ласка, у мене син от, не може випити ні водки, ні вина, ні пива. Йому становиться дуже плохо. Що це таке може бути? А погано як саме? Он, йому тошнить. На следующий день він взагалі не кушає, нічого лежить. Ну, это может Дякую быть, вам за ваше запитання. Так. Это может быть хронический панкреатит, вот, который как раз вот так может проявляться. И это говорит о том, что реально этому человеку и пить нельзя, и продукты питания тоже нужно фильтровать, потому что далеко не все в этих условиях может перевариваться. То есть ему нужно просто обратиться к гастроэнтерологу, пройти какую-то диагностику и уже в соответствии с этим отрегулировать свой рацион и режим питания. Я вам дякую. А что про алкоголь думают наши співгромадяни? Давайте подивимося в нашому сюжеті за мить знову в цій студії. Поки ви дивитесь сюжет, будь ласка, наберете наш номер, він для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру. Номер він незмінний, як завжди, 490-11-34. Чекаємо на ваші запитання. Новорічні свята – найсмачніша подія року. Постає питання, як відсвяткувати весело і безпечно для організму? Як правильно поєднати алкоголь та їжу? Які напої обрати і як позбутися похмілля? Кияни радять. Обов'язково активно, плотно закушувати, тому щоб не було потім погано. В першу чергу треба знати міру. От якщо пити, то якщо п'єш, то щось одно. Ну, як уже хто перепив і кому погано, то, звичайно, вранці кожна господиня готує, скажімо так, жидкі страви, бульйон, суп, те, що знімає. Качество – самогон. Безліч ідей стосовно святкового алкоголю має пан Валерій. Вже протягом 7 років він займається виготовленням алкогольних напоїв у домашніх умовах. Усе – від самогону до бурбону, від найпростіших до елітних напоїв можна приготувати власноруч. Ви можете зробити дуже якісний алкоголь. Смисл в чому? Найважливіше в алкоголі, ну, одне з найважливіших – це сирьо, що ви робите. Наш народ привык делать сахара. Вот. Но сахар является не очень хорошим сырьем для домашнего алкоголя. Сам Валерій від цукру, як від сировини, відмовився. Готує із фруктів, круп і ячмінного солоду. Використовує спеції. Аніс, ялівець. Чоловік настоює напої у вимочених дубових бочках і дотримується правильної технології перегонки. Обязательно відділяйте от эту фракцію. Это первое. Второе. Перегоняйте второй раз то, что осталось. То есть, можете, если вы хотите получить элитный, то перегоняйте вот эту только фракцию. И тоже так же по фракциям ее разбиваете, и у вас будет еще лучше. Пан Валерій, який посів третє місце на світовому чемпіонаті самогоноваріння і може проаналізувати склад напою, застерігає від продуктів алкогольної промисловості. Він віддає перевагу домашньому і пригощає друзів алкоголем з позначкою «Виготовлено на кухні». Безпечнішим та якіснішим за магазинний, переконує чоловік. Домашній алкоголь – це якби ви произвели вдома, ви за цим слідите, за цим процесом. И при желании в интернете вы можете найти все, что нужно, что делать можно, что делать нельзя. Вот. А когда уже идет промышленность производства, то получается, что там уже правит бал деньги. То есть там, где начинается бизнес, там заканчивается качество. Щодо, власне, процесу випивання, чоловік радить ставитись до нього дуже уважно, щоб спиртне для вашого організму не перетворювалося на проблему. Ще один момент зв'язаний з змішуванням напитків. Тобто спочатку ми на Новий рік п'ємо шампанське, потім п'ємо ще щось, потім крепкий, потім закінчуємо коктейлями. Для кожного організму взагалі підходить якийсь напиток один звичайно. Кто-то любит коньяк, кто-то любит там виски. Вот. И если вы уже так привыкли, то вам лучше это и пить. Вот. Если вы попадаете в незнакомую компанию, вы знаете, что там вам дадут что-то другое или водку, которую вы не любите, я бы рекомендовал просто взять с собой тот напиток, который вы любите, вот, и его пить. Дана Савенко, Олександр Кисельов, Владислав Конончук. Для вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю».
Це програма «Алло, лікар». Як завжди для вас ми працюємо у прямому ефірі. Якщо вам цікава наша тема, будь ласка, телефонуйте. 490-11-34. Ми чекаємо і продовжуємо. Щороку через отруєння неякісним дешевим алкоголем гине близько 10 тисяч українців. Як уникнути алкогольної інтоксикації? Що їсти під час святкування? Якими стравами найкраще закушувати? Як позбутись похмілля або яким чином його можна пом'якшити? Ну, пане Борисе, всесвітній чемпіонат із самогоноваріння. Я не думала, що колись такі слова я буду вимовляти у цій студії програми «Алло, лікар», але все ж таки він існує. Як вам практика героя нашого сюжету, пана Валерія, із домашнього самогоноваріння? Ну, надо відкрити глаза, посмотреть на істину правильно. Тобто, часть людей, да, не покупають, часть готують самі. І тут нужно, ну, просто понять, що не весь алкоголь, который получается дома, он полезен. Для меня, честно говоря, было откровением, что первак, считается, что это первый алкоголь, да, там у него 50 градусов, может быть, и больше, а он самый опасный, потому что здесь перегоняются самые опасные фракции. І от в цьому питанні многі, к сожалению, ну, а якщо грішать. Обрати горілку, якщо вже її, да, обирати, як би ви порекомендували це зробити правильно? Ну, нужно брать водку от крупных производителей. Все-таки там, где есть хороший бренд, то есть там они думают больше о своем качестве, о том, чтобы ну, потребители тоже получали качественный продукт. Конечно, если марка неизвестна, то там вряд ли мы получим качественный продукт. Хотя, может быть, там у них технологии будут хорошие, чтобы обскакать. Но пока они это пройдут, все-таки это достаточно, наверное, затратное производство. И как правильно горілку пити? Скільки можно, як закушувати, чи можна запивати, до речі? Среднее количество водки, которую можно использовать в день, для мужчины это примерно 100 грамм, для женщины 50. Если там будет хорошая закуска, можно немножко больше, но тут лучше не грешить, потому что дальше напрягается уже работа печени. В малой дозе алкоголь, ее раздражая, усиливает работу печени, а в большой начинает перенапрягать, увеличивается вязкость крови и связано с этим похмелье на следующий день. Поэтому тут, конечно, и то, что мы говорили, то есть вначале идет какая-то более плотная еда, а потом уже что пошел... Что такое мясо, одним, да, словом. Вот, обязательно качественный, потому что, ну, этиловый спирт, который вот в основном находится в этих продуктах, рядышком может быть метиловый спирт. К сожалению, вот смертельная доза метилового спирта – это около 50 мл, стопка. И все. В небольших дозах он вызывает, в небольших дозах вызывает слепоту. То есть там тоже свои нюансы. Треба дуже бережно. Да. И вот основные, самые в домашнем алкоголе, самая плохая, это, конечно, первая фракция. Туда все ушло, вот оно закончилось. А дальше нужно использовать лучше вот эту среднюю часть. Да, это может пойти на какие-то компрессы. Можно использовать там в камин для разжигания дров. Хорошая вещь. Или перегонять по новой. Про горілку ще з вами поговоримо. У нас є телефонний дзвіночок 490-11-34. Будь ласка. Алло. Алло. Доброго вечора. Вечір добрий. Ваше запитання. Будьте ласка. У мене запитання до лікаря. Я хотіла б запитати. У мого чоловіка рік назад був інсульт. Чи можна йому на Новий рік випити там 50 грам горілки? Дякую вам за ваше запитання. Вам і вашому чоловікові міцного здоров'я, пане Борисе. Ну, реабілітація після інсульту полгода в середньому происходит обычно, то есть у него уже, скажем так, это состояние в прошлом, и понемножечку можно, именно понемножку, почему? Потому что тут для профилактики мы не знаем состояние других сосудов, но в малых дозах алкоголь все-таки растворяет холестерин, липиды и снижает вязкость крови. 50-100 можно? Нет, 100 это много, тут женская доза, грамм 50, вот в этих пределах. Лучше в несколько приемов, то есть по 25, там, 2 раза в день. Вот. Это улучшит переваривание пищи. Потому что тут при инсульте алкоголь работает в нескольких позициях. Вначале он работает как сокогонное, облегчает переваривание пищи. Потому что человек, не пьющий алкоголь, он взял, переел. Ну, большинство питается 2-3 раза в день. Пища попала в пищеварительную систему, не переварившись, идет брожение, гниение, образуется обилие газов, поджимается диафрагма, и сердцу уже тяжело. Оно начинает повышать давление. И вот здесь возникает, человек вроде как ведет трезвый образ жизни, а на самом деле он пострадал. Запивать горілку можно? Запивать... Газовые напои, например, ну такое часто любят делать. Лучше нет, если человек не хочет быстрее опьянеть. Потому что всасывается из желудка концентрация 5-10 градусов.
Водка – это 40, коньяк – это тоже около 40. Вот. То есть здесь есть свои нюансы, поэтому тут лучше не запивать. Потому что развели алкоголь, он будет быстрее опьянение. Особенно, если он пошел первым в пищеварительную. Выпили, запили, развели, а потом пошла какая-то еда. Зрозуміла схема. 491-34. Ваше запитання. Будьте ласкаві. Алло. 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 Раді вас чути. Здравствуйте. Очень нравится ваша передача и ведущие. Мне 52 года. Я последние 5 лет принимаю таблетки от гипертонии, первая, вторая степень. И когда выпью немножко даже вина, то у меня сердцебиение, я не могу долго заснуть. Скажите, можно ли сочетать вот таблетки, бетакор, камбиприл, и вот, ну, я вино только пью. Дякую. Я вам дякую за ваше запитання. Нет, лучше не сочетать, потому что могут влиять на действие этих препаратов, и человек может попасть на неприятности. Потому тут лучше не сочетать. И запивать такие таблетки лучше просто или водичка, вот, или ну, какой-то, ну, ну, скорее просто вода. Я вам дякую. 490-11-34, будь ласка. Алло. Ваше запитання. Алло. Раді вас чути. Ваше запитання. Алло, я могу говорить. Скажите, пожалуйста, перед ожидаемым... Скажите, пожалуйста, перед... Говорить. Перед большим сабантуем. До этого часа 4. Возможно употребить алкоголь, чтобы легче было потом? Дякую вам за ваше запитання. Так звана підготовочка, аперитивчик да. перед головним святом. Нет, аперитив такой не пройдет. Тут скорее нужно разгрузить пищеварительную систему. Часа за 3-4 нужно немножко перекусить. То есть пища должна быть ну, умеренно легкой, то есть тут мясо не пойдет, потому что оно просто может не успеть перевариться. Вот тут какая-то более простая еда, скажем, овощной супчик, какое-то рагу, пища легкая и безалкогольная. Потому что алкоголь в данном случае быстро будет всасываться в кровь, человек, он уже в застолье войдет, не в том состоянии, в котором он хотел бы. Перед горілкою выпить якийсь легкоалкогольный напій не треба. Да. Ну, пиво, ну, например, то сам. Пива лучше нет, потому что опять-таки, то есть тут алкоголь действует на печень, на мозг, человек получил какое-то ощущение, потом он ушел и он ждет. Вот здесь он не будет ждать, он будет уже продолжать пить. И застолье начнется, когда он уже будет, ну, скажем так, хорошо разогретым. Угу. И закінчиться раніше за всіх. Значительно. 491-34, будь ласка, ще одне запитання, раді вас слухати. Алло. Раді вас чути. Алло. Добрий вечір вам. Вечір добрий. Я хотіла спросити лікаря. Я півроку назад мені зробили операцію на сігмовидні кишки. Удалена 4 сантиметра сігмовидні кишки. Ну, к тому году. Може там 20 грам, 25 грам там, водки. Или, там, ну і вино я не переношу. Дякую вам за ваше запитання. Вам міцного здоров'я. Такие количества, они действуют только на желудок, на 12-перстную кишку, всасываются в кровь, до сигмовидной кишки такое количество просто не дойдет, поэтому повлиять на эту ситуацию алкоголь негативно не может никак. А если это будет перед едой или в связи с едой, то есть улучшится пищеварение, пища переварится лучше, и там работа кишечника от этого тоже будет лучше. Знову ж таки, бачите, дуже багато людей цікавить, як підготувати себе, свій організм до новорічного застілля, до того, що ти будеш вживати алкоголь. Протягом дня щось треба робити? Можливо, щось їсти специфічне, чого ти, або, можливо, взагалі не їсти весь день? Що робити? Підкажіть. Ну, не їсти цілий день – це дуже плохо, можна, тому що потім пищеварительна система може подкинуть сюрприз, стимулированная салатиками, алкогольными напитками и чем-нибудь другим. Вот. Поэтому нужно обязательно, если мы предполагаем, что где-то в районе 12 или там в 11 сядем за стол, то часика за 3-4 нужно пищеварительную систему немножко разгрузить. Мы что сделаем? Во-первых, желчная разгрузится, поджелудочная будет не такая активная. А что означает развантажить? Что сделать? Что-то поесть? Конечно. Угу. Съесть или овощной супчик, или так. Овощную рагу, или какая-то кашка. То есть такая пища относительно легкая, которая за 1,5-2 часа переварится, желудок будет пустой, и в принципе к застолью человек будет готов. Угу. Начало застолья, опять-таки, чтобы не перепить и не переесть, чтобы потом не было никаких проблем, кусочек мяса, рыбы, съели горячее, после этого зашли какие-то алкогольные напитки, но не десертные, то есть без сахара, вот, и процесс пошел. Дальше уже можно, в принципе, есть то, что есть на столе, но у нас люди немножко грешат чем? Застолье, там 10-12 и более блюд,
И хочется всего попробовать. Вот я бы советовал людям пробовать правильно. То есть не нужно тарелку превратить в натюрморт, вот тут по ложке всего, и вот эти все это запускаем. В пищеварительную систему, когда все это добро заходит. Рецепторы у слизистой желудка анализируют, тут винегрета, тут оливье, тут шуба, тут там кусок мяса, тут кусок рыбы, тут какая-то копченая колбаса. Все это находится, а разделить это невозможно. В желудке уже невозможно. А как же правильно делать? По очереди. Берем одно блюдо, хотим попробовать оливье. Взяли, съели оливье. Хотим попробовать шубу, съели шубу. Хотим попробовать там заливное, пожалуйста, съели заливное. То есть по очереди оно будет послойно ложиться в пищеварительную систему и более-менее упорядоченно будет подходить к слизистой желудка. Потому что время переваривания каждого такого блюда, ну, конечно, чем оно сложнее, тем для пищеварительной системы это... Якщо говорити не про алкоголь, а про безалкогольні напої, чи варто отак от потрошку все по черзі запивати чимось? Да, это, в так. принципе, можно, но они должны быть газированные. То есть, когда человек запивает просто чистой водой, он разводит желудочный сок. И ухудшает процесс переваривания пищи. То есть газованные напои. Да. То есть газированные напитки, да. Какие-то вкусовые напитки, да, они так или иначе, раздражая слизистую желудка, все-таки будут усиливать и секрецию желудочного сока. Так, зрозуміло. Будь ласка, ще запитання від наших глядачів. 490-1134. Ми готові вас слухати. Алло. 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 Раді вас чути, ваше запитання. Алло, здравствуйте. Вечір добрий, ваше запитання. Здравствуйте. Я хотел бы вам задать такой вопросик. Слухаем у вас. Вопрос такой. После инфаркта 4 года назад, допустим, какие, что лучше, сухое вино или красное вино употреблять, или водку можно? Дякую вам за ваше запитание, вам міцного здоровья. В принципе, можно любой вид напитка, но здесь имеет значение объем съеденной пищи. Потому как пища, попадая в пищеварительную систему, она увеличивается в объеме благодаря тому, что слюна идет, желудочный сок, сок поджелудочный, желчь и тонкий кишечник, она увеличивается в объеме в 3-4 раза. И при проблемах с сердечно-сосудистой системой, инфаркты, инсульты, там, атеросклероз сосудов, тут нужно объем пищи резко уменьшать. То есть нельзя, не имеет права человек сесть за стол и есть все подряд. Он должен ограничиться, понять, что да, вот для него вот этот перекус, часа через 2-3 он может перекусить еще таким же объемом, не перегружая сердце. Потому что все-таки, процитирую, инфаркты 100 лет назад называли ресторанной болезнью. По причине, человек идет в ресторан, он не будет ограничиваться одним блюдом, он ест сколько влезет. Вот это сколько влезет, если оно не переварилось, то оно бродит, гниет в кишечнике, вздутие живота, поджалась диафрагма, нагрузка на сердце, вызов скорой помощи. Если оно переварилось, хорошая пищеварительная система, все это из кишечника всасывается в кровь, увеличивается объем и вязкость крови, нагрузка на сердце, и дальше по теме опять вызываем скорую помощь. Вже не перше запитання від наслідачів щодо вина. Яке вино брати, от, на ваш погляд, для новорічного стола? Якщо ми маємо пити от одне вино, перше, краще? Перше – це натуральне вино. Вот. Не натуральный вино. Ну, дай Боже нам его знайти, натуральное да. вино. Ну, нужно искать. Но, понимаете, если мы берем натуральное вино, да, это процесс брожения, там технологически все это соблюли. Мы понимаем, что там букет какой-то будет ароматических веществ, кроме алкоголя, будет какой-то цвет, но это натуральное. Если химики сделали что-то, сложили там по своему усмотрению, взяли вода, спирт и там какие-то красители, ароматизаторы, ну, это все немножко по-другому действует на организм. И может, ну, скажем, есть пищевые красители, которые вызывают в том числе онкологию. Да, после Нового года не нужно бежать к онкологу, но если мы регулярно используем такие вещи, то можно попасть на такую проблему. Ну, если говорить про натуральные вина, яке краще обрати? Знову ж таки, сухе, солодке, брют. Все зависит от того, какая стадия застолья. На ранних стадиях только сухие, полусухие вина. Другие нет. Если застолье уже подходит к финишу, к окончанию, то десертные могут быть любые напитки, могут быть сладкие, полусладкие вина. Они уже не мешают десерт, потому что десерт это фактически ну, сладости, которые от десертного вина ничем не отличаются. Но если человек к десерту добавит сухое, полусухое вино, ничего страшного, если оно у него все еще осталось, а десертных нет. При совмещении, скажем, пирожного какого-то, каких-то сладостей и сухого вина, мы получаем все равно десертное вино.
Я вам дякую. 491-34. Ваше запитання, будьте ласкаві. Алло. Алло. Раді, вас чути? Ваше запитання. Добрий вечір. Вечір добрий. Хотів би спросити у доктора. Звичайно. Говоріть. 1,5 місяць назад мені стало плохо після похорон мами, і я немножко, наверное, много випив, і зробили мені капельницю, і доктор предложив мені уколоти, я не пам'ятаю названня лікарства, ну, укол гарячий, і сказали мені, що 3 місяці мені не можна употребляти спиртного. Доктор, скажіть, пожалуйста, от на Новий год это буде 1,5 місяця. О чому это говорить і що, як правильно поступити? Дякую вам за ваше запитання. Міцного здоров'я. Дякую. Ну, человек родился в рубашке. Скорее всего, что это было обострение хронического панкреатита, и он прошел по грани с острым. Тут я бы не советовал и алкогольные напитки убрать, и, в принципе, за столом не выбирать самые вкусные блюда, жирные блюда. Почему? Потому что это тоже раздражитель для поджелудочной железы. Да, за столом можно сидеть, но пища должна быть скромная, и вот эти вот ёршики не мешать, потому что и алкогольные напитки перемешивания, они не очень хороши. И продукты питания, да, потому что тут, скорее всего, что опять-таки есть хронический панкреатит, и вот небольшая давность процесса, чтобы мы не спровоцировали обострение, потому что это реально плохо. Я вам дякую. Будь ласка, ще запитання. Чи є у нас дзвіночок? Алло. Чекаємо на інший телефонний дзвіночок. Так, будь ласка, ваше запитання. Алло. Алло, это еще как раз мне повезло еще. А скажите, пожалуйста, доктор, то есть лучше вообще исключить спиртное? Да. Ви абсолютно правильно зрозуміли. Краще потерпіти і взагалі цього року обійтися, на жаль, без спиртного. Да, потому что тут есть риск, переход в острый панкреатит, там очень высокая смертность. Это не просто, знаете, вот пугалка от доктора, это реальная перспектива, поэтому лучше туда не попадать. У меня достаточно много друзей ушли вот таким вот легким образом, ну легким в кавычках, вот, после вот просто возлияния за столом. Пане Борисе, якщо говорити знову ж таки про правила закушування, як же ж слоні огірочки, томати, чи можна такими солоними продуктами харчувати? Закушувати ту саму горілку, як це є, знову ж таки, класика жанру? Они мало что дают, но если мы правильно началось застолье, то есть пошло мясо, рыба, то есть тут, по большому счету, можно и этим закусывать, потому что в желудке у нас просто идет контраст по ощущениям, то есть человек получает от этого какое-то удовольствие, но всасывание при этом будет выше, потому что что такое помидор? Это фактически вода. То есть мы фактически выпили какое-то количество алкогольного напитка и немножко разбавили его. Быстрее всасывается в кровь. Что дает соль, соленый огурец? Он меньше воды себе принесет, он сразу не разбавит. Но, скажем, для поджелудочной это тоже испытание. Тут нужно все проверять по пищеварительной системе, потому что на самом деле, то есть диагнозов не так много, а вариантов нарушения по активности ферментов их очень много. І я вам дякую. Через себе должен пропускати. Ви знаєте, я ще сподіваюся, що ті люди, які сьогодні подивилися цю програму, вони не будуть знати, що таке похмілля на 1 січня, але все ж таки, знову ж таки, не хочу бути дитиною і закривати очі перед проблемами. Будемо реалістами, якщо дійсно є похмілля 1 січня, що робити? Як себе врятувати? Ну, когда человек проснулся, ему плохо, ни в коем случае не стоит усиливать активность организма, активность мозга. Чай, кофе под запретом. Потому что когда человеку плохо, у него уже идет, ну, скажем так, элементы отека мозга. У него полнокровие в сосудах мозга. Кофеин из чая, из кофе, из других напитков, он может усиливать, вернее, может, он усиливает кровонаполнение, и человек рискует инсультом. Он рискует просто, ну, достаточно серьезно пострадать. Что делать? Поэтому это нет, а какой-то легкий супчик, какой-то бульончик. Можем вспомнить про холодец. Вот мясная часть холодца очень хороша для профилактики до Нового года. А если не вышло? Вот тогда жидкую часть можно использовать после. И будет прекрасно. Можно использовать кефир, йогурт можно использовать. То есть такие легкие в переваривании продукты, но которые содержат достаточно много воды. Потому что водичка нужна, в чистом виде вода нет. В чистом виде вода может даже навредить, она может вот, элементы похмелья этого жестко усилить.
А вот такая вот легкая активация пищеварительной системы, заодно там все равно есть какое-то небольшое количество жира, печень немножко сбрасывает желчь, начинает активнее работать. Сорбенты, вугилья, чтобы, знаете, как говорят, очиститься. Да, можно легко. Педида. Ни в коем случае не алкоголь. Да, он жестко раздражая печень, она начинает работать как сумасшедшая, очищает кровь, но у человека получается, знаете, условный рефлекс. Было плохо, стопочка, сразу стало хорошо, через некоторое время плохо, опять стопочка, и пошло, и так вот до февраля человек находится в системе. Вот, все дело, то ему хорошо, то плохо. Ни в коем случае этого делать не нужно, потому что это реальный путь в алкоголизм, этого делать нельзя. Пане Борисе, як щодо таблеток для покращення травлення під час новорічного застілля? Це також є дуже в такою практикою. Аккуратно. Почему? Потому что, смотрите, когда человек переел, да, ему реально плохо, объем желудка большой, поджата диафрагма, ему нехорошо. Если ферментов не хватило, принял ферментный препарат. Но человек должен после этого убрать физическую нагрузку. То есть, если он принял ферментный препарат, он понимает, что там через 20, 30, 40 минут, через час в кровеносном русле резко увеличивается объем, вязкость крови. И физические нагрузки просто исключаются. Легкие там в виде ходьбы, да, но ни в коем случае не танцы. Потому как эта нагрузка жесткая на сердце, оно может не выдержать. Причем может не выдержать в любом возрасте. Есть статистика. Частота инфарктов у мужчин в диапазоне от 20 до 50 лет увеличивается в 100 раз. Человек, мужчина чувствует себя хорошо, ему вроде как здорово, но вот таким вот экстримом он может свою сердечно-сосудистую систему, мягко выражаясь, нарушить. Знаете, начебто новорічні свята, але ми з вами все рівно сьогодні говорили про серйозні проблеми. І оскільки у нас сьогодні в цій студії новорічна ялинка, я просто буду вимушена від вас вимагати якісь побажання для наших глядачів. Ну, пожелание одно. Нужно просто правильно понимать, что застолье – это способ напиться до бесчувственного состояния. Это все-таки общение. Это все-таки повод для того, чтобы собраться в каком-то коллективе, обсудить какие-то ситуации по здоровью, по жизни. Я вам дякую за ваше спілкування, за те, що ви завжди раді приходити до цієї студії, допомагати нашим речам. Вам міцного здоров'я, веселих новорічних свят. Я дякую. Взаємно. Дивіться нас кожного дня о 10-й годині ранку. Повторю, як завжди, у прямому ефірі на телеканалі Тоніс о 16:50. Вам міцного здоров'я. Я вам дякую за цей ефір. Нехай щастить. Реклама. Сила грузинського характеру. Вогняна лавина із серця Кавказу у Києві. З 10 по 13 березня. Палац Україна.